Одесский след. Одиозный российский рэпер Моргенштерн отменил свой летний тур по городам Украины. Об этом исполнитель сообщил во время прямого эфира в соцсетях. Концерты планировались в трех городах – Киев, Харьков и Запорожье. Алишер Валеев признался, что ему страшно сейчас ехать в Украину. Сейчас мы вообще не поедем, потому что там начинаются какие-то штуки прикольные, и, видимо, все опять будут переноситься концерты, потому что больше половины артистов уже все перенесли, вот, и особенно после истории с Одессы, я думаю, ты помнишь. Ну вот. Да. Мне сейчас, мне правда страшно банально, я не буду врать, мне страшно ехать туда. Напомню, что речь идет о концерте исполнителя в Одессе в декабре 2019 года. Он выступал в клубе «Палладиум», когда в городе был объявлен траур по погибшим в пожаре в Одесском торгово-экономическом колледже. Рэпер Моргенштерн назвал траур «показухой» и призвал лучше проводить проверки по пожарной безопасности. Я считаю, траур – это просто показуха. Просто ебаная показуха. Давайте устроим вот вместо дня траура день, крика, с пожарных проверок нету в городе. После этого выступления ночной клуб, приютивший рэпера, посетили активисты патриотических движений.